Йоу, ребята, всем привет! С вами, как всегда, профессионал енот и мой друг Нубик. Поздоровайся! Всем привет, ребята! И сегодня мы с Нубиком будем сражаться против армии мультяшных котов на вот такой вот арене. Наверное, вы спросите, что же это за разные цвета? А это у нас уровни, по которым будут различаться, ну, уровни сложности, по которым будут различаться... Мультяшные коты. Вот зеленый, например, это самый легенький. И здесь мультяшные коты, вот такие вот ребенки, вот их тут куча, просто они сразу на нас все нападают. У них вот есть такие игрушечки у всех. Да, вот жизни показываются всякие. С них будут выпадать нам деньги, за которые мы сможем покупать. Итак, ну-ка, пропадает сюда эта штуковина, блин, она, походу, не пропадет. Ничего себе! Вот, у нас есть за деньги, в общем, можно покупать вот такие вот всякие кусочки брони, оружие всякое, ближнего боя, а также дальнего боя. Вот, столько у нас оружия здесь. Куча всего, на это понадобится большое количество денег. Вот, давай покажу сразу еще. Вот это желтый уровень, здесь у нас, вот так будем стоять, смотреть, чтобы так, ну-ка, ты на желтом, да? Сейчас я бегу к тебе. Да, вот сюда, Нубик. Вот, это у нас, типа, так, кто был у нас мультяшный кот-ребенок? Да не залазь сюда, господи, чтобы это не появлялось. Ладно. Вот, это у нас мультяшный кот-подросток, то есть старший брат того маленького. Вот, у них есть биты, они такие хулиганы, короче. Ага. Вот, здесь у нас на оранжевом уровня, это то есть уже третий по сложности, мама мультяшных котов. Вот, вот такая вот она в юбке с бантиком, короче, я думаю, с ней лучше не связываться поначалу. Это точно. Без брони точно лучше туда не лезть, потому что они довольно сильные и наносят много урона. Это точно, Нубик, ты прав 100%. Так, и на красном уровне у нас самый главный в семье, отец, мультяшный кот. Вот, собственно, вот такой вот в каске, бывший военный ветеран с бутылкой, все как положено. Вот, я думаю, с ними будет сражаться прям вообще сложно максимально, потому что они самые огромные, самые сильные и вообще просто берсерки какие-то. Да, к ним лучше не лезть вообще. Вот такая вот у нас будет арена, битва с армией Хагиваги, ой, господи, Хагиваги, я уже запутался. Битва с армией мультяшных котов, ребятушки, а вы можете перед началом подписаться, поставить лайк и, конечно же, не забудьте про колокольчик. Ну что, Нубик, будем начинать? Да, будем начинать. Что у нас тут вообще у торговцев есть? А, у нас, кстати, броня? Вообще ничего нету. А, вообще ничего нету. Да, нам надо по одной деревянной, этой, господи, по одному деревянному мечу. Для этого надо две денежки. Ой, я вижу крутую броню. Силовая броня МК-2. О, я хочу такую. Так, ладно, давай залазим сюда. Вот, будем, наверное, как я тут не достану, да? Так, ну-ка, давай вот так достаю. Как мы будем? Тоже не достаю. Смотри, они не сильно быстрые, возможно, они наносят не так много урона, поскольку... Да, по одному сердечку всего лишь, плюс восстанавливается у нас. А я нашел как. Да? А, ты лег там? Нифига ты хитрый, слышишь? А я буду как настоящий гладиатор драться вот здесь. Ну-ка, как мне вылезти? У нас есть, кстати, еще счетчик смертей, ребята. Вот он там справа в уголочке. Вернее, не в уголочке, а по центру. Так, слушай, мне нормально так. Ай, блин, да хватит меня бить. Нубик, ты там выбил что-нибудь хоть? Не, пока еще ничего. Так, давай я тоже лягу, буду вот так вот сражаться. Ай, блин, да слышишь, меня сейчас запинают здесь. Ёлки-палки. В конце сравним потом, сколько там у нас у каждого будет смертей. Вот. И у кого меньше, тот, значит... Оп-оп-оп-оп-оп-оп, тот, значит, лучше сражался на арене. Блин, вообще. Чё там, никого не можешь завалить? А пока никого. Ладно, я, наверное, спущусь, попробую, буду... У меня полтора сердечка, Нубик, ты посмотри, сколько за мной... Ай, блин, пол сердечка. Так, походу, я сейчас откинусь. Аккуратно, я тоже тут... Ай, блин, меня тоже бьют. Давай, пинай, я тоже твоих немножечко... Эй, ну ты нормально там накоцал, по половине уже. Да? О, хорошо. Да, у них на букве R примерно. Может быть, все-таки кого-то можно будет дожать. Ёлки-палки, я случайно не туда побежал, я забежал на оранжевый. Чуть не запрыгнул туда, там, где мама мультяшный кот. Так, неплохо. Это, конечно, придумал. Это такое, да, есть немножечко. Ой, блин, что-то они потихоньку все ко мне ходят тут. Не надо ко мне подходить. Во, я двоих, короче, выцепил. Я надеюсь, у меня получится сейчас вот так вот с ними расправиться по одному. Так, давайте. Пытаетесь меня в угол загнать, да? Давай, Нубик, давай, отвлекай внимание, короче, вот, я буду расправляться с этими двумя. Так, я надеюсь, нам выпадет снег. Не так просто. Денег, уже чтобы можно было... Оп. Меня. Так, давай, держись. Я думаю, очень близок, так. Во, нормально, я нашел, кого надо бить, у него снимается потихоньку еще здоровье вот здесь, так. Ага, ой, я тоже нашел. Ну-ка, я завалил одного. А? Три денежки, еще завалил. Давай, деревянные мечи. Так, только мне надо как-то будет отсюда телепортироваться. Наверное, придется откинуться на котах. Так, давайте. Я берсерк, просто берсерк. Давай, раскидываю всех подряд. Все, я откинулся. И все, и меня тоже завалили. Так, короче, давай возьмем. Так, нам не хватает. Ого, блин, железный меч на старту 5 на 9 урона, блин, стоит 15 денег. Хорошо, берем тогда.
Слышишь, я не знаю, нам, наверное, по несколько мечей понадобится, чтобы расправиться. Ну, давай пока по одному, наверное, возьмем. Я по три купил. О, ну ладно, давай. Ну, они просто быстро ломаются, погнали. Ну, давай по три, ладно, хорошо. Будем сейчас сражаться, добивать эти... Оп, сразу перепрыгиваем, ну чё, а? Так, давай. Это уже другой вопрос. Это вообще уже так, другое конкретно дело. Так, на, вот так вот получайте. Они еще там сразу по несколько штук бьются, отлетают, ага. Хорошо. Так, что-то, блин, вы меня уже тут подпинали нормально. А ну отойди! Давай, Нубик, сражаемся. Нам нужно завалить всех здесь, чтобы перейти на следующий уровень. Потому что пока мы не наберем достаточное количество ресурсов, у нас фиг что получится. Так, это ну-ка. Да. Надо с этих мечей насобирать на огнестрельное оружие какое-то. Так, ну-ка, пошел вон отсюда, пошел. Так, пошел, на броню, пошел. Наверное, на какую-то же надо. Ну, да, тоже такой, как бы, нормальная тема. Ну-ка, на. О, сердечко, да ну, блин. Давай, Нубик, ты что, откинешься? Одни, ну, понемножечку, скорее всего. Они же просто стояли здесь одни. Так. Ой, я одного уж убрал. Хорош, ну, бас. Так, если что, если тебе будет хватать на броню, можешь что-нибудь прикупить там. Так, ай, блин. У меня тут по броне, сейчас посмотрим. Ой, блин, полсердечка осталось. Так, у меня тоже все печально, я не хочу. Я не хочу, нет, есть, я убежал, фух. Вот это мне повезло, так, ну-ка, на. Ой, у меня меч сломался уже один. О, ну-ка, блин, да, ля, какой резвый стал, ты чё? Блин, нет, они меня в угол сажали. Нет. Держись, ёлки-палки, давай. Нам нужно не особо много раз откидываться еще. Так, ну-ка, оп. Блин, не попал поэтому. Оба, вот так вот. У меня пол сердечка, я живу как могу. У меня тоже пол. У меня тоже тут. Ой, еще три денежки. Так. Ну, я еще ни одного не завалил с мечей. Хотя уже сломал полтора меча, прикинь. Так, а я пока только один. Ну-ка. О, есть, первый. Откинулся. Стараюсь. Второй откинулся, так. Ой, это было очень близко, так. И ты тоже откинулся, да? Да. Так, ну-ка, на. А, блин, нет, меня тоже завалили. Тоже? Ладно, хорошо, да, у нас уже есть хотя бы немножко. Куда хиликс? А ну, стоп. Челикс, бронька у нас здесь, самая дешевая броня стоит 8. Капец. Ага, нам надо частичка. Очень много. Ну-ка, опа, запрыгиваем сюда и просто начинаем месить их. Вот так вот. Ой, блин, ты чё, а? Ты чё? Самый крутой. Я буду так критом пытаться валить его еще. На, так, вот так вот. А ну-ка. Опа, ну-ка. Да блин, слышишь, они пробивают нормально так. Нам нужна срочно броня какая-то. Ой, я завалил, двоих уже завалил. Или оружие огнестрельное, не знаю. Что-нибудь мне хватает. На нагрудник хватает уже. Так, есть еще одного приходовал. Так, слушай, ну мы потихонечку справляемся уже. Ну потихоньку, ну-ка. Да. Такое, конечно, сложно. Нас еще убивают. Но терпимо, можно, конечно, приспособиться, насобирать достаточное количество денег и купить что-нибудь уже крутое. Так, Да сколько ты будешь драться-то? Я, слышишь, я нормально сейчас иду, я тут уже сейчас три штуки сразу оприходую. Да? О, хорошо, еще одного. Нормально. Я уже завалил много, у меня уже много денег, кстати. Полтора сердечка! О, сердечко! У меня 24 деньги уже, понял? О, нормально. Так. Держись, Нубик. Так. Давай. Дядя насобирал там сколько-то денег хоть? У меня, да, 12 есть. 12? О, ты мог купить броню, кстати. Так. Да ладно. О, я сейчас... А, блин, не получилось. Да чё вы на меня переагриваетесь-то? У меня осталось уже... Ну а чё, они будут стоять просто так, что ли? Так, ну-ка, на. У меня полсердечка, и я уже практически сломал деревянный меч. У меня 30 денег уже есть, хорошо, так, на. Ну, и ты тоже получаешь. Так, и еще. О, и еще. Так, есть один. Главное сейчас не ошибиться и не откинуться. Так, я хочу добить до конца этот меч. Ну-ка, на. Ну, а еще получай. И еще. Есть, добил этого. И вот этого сейчас надо добить, попробовать. Блин, так, ладно, побегаем немного. Все, у меня закончился меч. У меня уже 42 деньги, я сейчас заберу. Давай, короче, собирай, да. Так, все, здесь больше нигде нету. Ну-ка, на, сейчас, вот так подожди. Вот, запинай его сейчас. Так, а ну-ка, не надо. Эй, блин, не он, надо. Короче, мне прилетел сейчас, нормально. Сейчас, у меня полтора, да, все, так, смотри. Ты закончился, да? Да, держи. Так, что же будем брать, броню будем брать? Так, а сколько у нас сейчас вообще? Ну, почти стак, 63 было. Так, 63, а давай-ка посмотрим, что у нас оружие стоит. А я купил сет брони один. А, ладно. Предлагаю купить два меча и разделить броню пополам. Так. Да, давай.
тихо. Держи тебе, значит, так, пускай у тебя будет нагрудник и сапоги, а у меня будут штаны и шлем. Во, вот так вот. И мечик на 9 урона держи. Вот, я думаю, с этим мечом мы сможем добить их. Ух, кстати, я такой быстрый, неплохо. Так. Да, я тоже неплохо. И, аба, вот так, блин, не попал. Давайте теперь попробуем, давайте теперь драться. На, вот так вот. На, ух ты, ё-мой, нифига себе, вот это им прилетает, с двух ударов откидывается, прикинь. Ага. На, так, а ну-ка, давай сюда, ко мне. Ну, Бекто, мы теперь с тобой суперсильные. Интересно, мы справимся со следующим уровнем сложности или нет? Так, даже не знаю. На, и вот так получай, хорошо. Ай, слушай, нифига. Так, а ну, аккуратно. Давай, дерись с ними там, дерись, так, оп. Оп. Ну мы должны 100% за эту жизнь добить их. У меня, кстати, 2,5 сердечка осталось. Я, походу, доигрался. 6. У меня одно сердечко уже осталось. У меня так, где-то ладно. 6. Так, а я был давай. Слишком смелым. О, еще завалил. Так, хорошо. Хорошо. Есть, почти справились с ними. Давай, Нубик, добиваем их. Так, осталось 5 штук. 4, 3, 2, так. Ну ах ты, блин! Эй, меня завалили. Так, подожди, я сейчас. У меня 3 остались, но у меня 2 сердечка. Да, блин. Сейчас опять я не туда. Давай, ты справишься, Нубик, справишься? Попробую. Так, ну-ка. Последний. Да, есть. У меня все, получилось. Хорошо. У меня получилось. Так, забирай деньги все забирай. Давай так. Сейчас тебе тут это. Залазь, все пролазь забрал, сюда. Все забрал, оп. Оп, давай, хорош, так, погнали. Поехали. Так, у тебя много денег? У меня 57, держи. Фу, хорошо. Че, может... А, нам не хватит на 2 топора, да? Блин. Ладно. Опа, Нубик, хочешь, мы тебя с 2 мечами сделаем? А, толку. Ну, просто будешь ходить с 2 мечами. Так. Ладно, смотри, значит, что, нам надо броню докупить. Вот, что я хотел сказать. Мечи как бы у нас нормальные. У тебя не хватает чего? Штанов и шлема, штанов, да? Штанов и шлема, да. Штаны, а нам сет, получается, нужно купить еще. Ну, да. Штаны и шлем, сапоги и вот это вот. Так, это для меня, а это для тебя. Вот так вот бери. Давай. 30-35 денег у нас осталось. Давай, что, давай, наверное, попробуем. Блин, я не знаю, покупать тут топор или сразу будем на огнестрелку копить. Можно пистолет купить? Даже не знаю. Давай пистолет, может, возьмем? Или попробуем сейчас так посражаться, а потом купим пистолет? Давай, наверное, сейчас попробуем так, а потом погнали. Купим пистолет. Оп, так, подожди, это не туда. Не туда, нам сюда. Да, нам на желтый, господи, я путаюсь в этих цветах. Оп. О, смотрите, сколько здесь мультяшных котов-подростков. На. Вот это уже ого, да. Слышишь, нормально они бьют по сердечку. Так, подожди, да? Меня сейчас зажмут здесь. Зажмут. Нет, я хочу жить. Я умер. У меня и так два сердечка было. Ты уже, да? Так, да, капец, меня зажимают. Было. Зажимают. И... Так, не, я пошел за пистолетом, Нубик. Нам срочно нужен пистолет. Давай за пистолетом, да. Оружейник, продай ко мне вот этот замечательный пистолет. А сейчас попробую одного выцепить и завалить. 25 обоих пистолетов. Наверное, не получилось. Так, желтый уровень. Получилось! Нубик, держись. Я не успел денежку забрать. Так, что ты такой? Я не такой крутой, да, со своей дубиной. Так, ой, блин, я перепрыгнул. Теперь я не такой крутой. Ой! Я одного завалил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, тихо. Дайте перезарядиться хоть. Перезарядиться дайте в уголок куда-нибудь зайти. Ай, блин, 2 сердечка. Так, нормально. Ну чё, вот так, теперь, а ну, вот теперь давайте, постреляемся. Давай. Нам надо завалить, короче, как можно больше. Так. Сейчас я тут пытаюсь двоих, слышишь, троих выстрелить. А с пистолета нормально отлетают. Я уже двоих завалил, так? Да? Ну, хорошо. Да. Так, получай. Давай. Есть, еще одного завалю. Главное, патроны впустую не выстреливать, потому что у меня их не так много. Вот этого надо оприходовать, у него мало уже здоровья. Осталось, тихо. Че вы головой трясете, а? Блин, не надо меня бить, 3 сердечка уже осталось. Держись, у меня 2,5, Нубик, 2,5. Посмотри, сколько у меня их здесь. Меня тут просто зажимают. Так, я иногда простреливаю мимо. Еще один удар, и все, меня нету. Ну-ка, давай, Нубик, держись, я сейчас спасу. Вот это. Я успел. Давай. Ах, блин, меня так, побил. Всё, я отомстил за тебя. Так, ну а вот этот получай. Ты сейчас тоже получишь. Ну-ка, вот так вот с пистолета. У тебя деньги есть? Хватит тебе на пистолет? Да нет, у меня 6 всего. Ай, блин, сердечко одно осталось. Так, тихо. У меня уже 42 денежки есть. Это хорошо. Так, хватает, а ну-ка, на еще один пистолет. Ну-ка. Вот, да, так, блин, вот. Да ты чё? Так, Нубик, ты где там? А я сражаешься? Да. Давай я тебе помогу чуть-чуть. Так. Ну-ка, оп. Вот, все, я дострелил. Вон еще деньги валяются. Так, 18. 18, да? 24. Нормально. Давай, так, гасим, ну, давай, давайте давай, потихонечку. Оп. Осторожно. Так. Во, еще одного завалили. Пытаюсь. Офигеть, сколько здесь этих хулиганов. Ну, нам точно нужно сейчас покупать еще броню, наверное, потому что мы вряд ли справимся. Так, ну, со да. Следующими. Броня. У меня уже половина патронов выстреленная. Ну-ка, на, получай.
вот так вот. Я еще так метко стреляю довольно, у меня одно сердечко осталось. Бегать туда-сюда, вперед-назад, ай, все равно добил. Добили тебя, да? Да. Так, я сейчас вот этим расправлюсь и вот этого добью, хорошо. Так, забираем, мне уже 1,5 стака денег. Оп. Оп, так, сюда еще. А с них, слышишь? С них нормально выпадает. Ты уже 10 раз откинулся. Капец, нубик. Ну-ка. Капец, да. Нам так, нужно я достреливаю. Взять какую-то еду, я не знаю. Да тут нету еды. Так, о, так. Вообще замечательно. Так, еще этого добил, хорошо. Пока мы с ними справляемся гораздо проще, чем с теми, с предыдущими. Блин, меня завалили, капец. Ладно, мне кажется, пришло время купить что-нибудь покруче, например, какой-нибудь автомат. Да, наверное. Иди, я тебе пистолет отдам. Да подожди, у меня одно... Ну, сейчас. Я попытаюсь подраться до конца, но у меня одно... Да, все. Так, ладно. Давай, иди смотри, сюда. Смотри, еще есть 42 денег. Держи. 42 деньги, хорошо. Так, давай сюда. Держи пистолет тебе. Давай. Пистолет, обоймы на пистолет. Так, меч я, пожалуй, вообще выкину, потому что он нам, скорее всего, не понадобится. У меня теперь будет автомат. Хотя, наверное, тебе автомат тоже купим. Или не автомат. Да давай не что-нибудь знаю. Да или давай пока с пистолетом побегаю, да. Хорошо, нубик, пока давай тогда, что, да, пока будешь пистолетом, так, хорошо, смотри, что нам надо еще, сколько броня стоит следующего уровня, это вот здесь покупается у нас, по 16 надо, да, ну можно уже начинать, в принципе, покупать ее, давай начнем понемногу, так, оп, ну да, наверное, оп, сюда хватает, и все, пока, значит, на этом остановимся, держи, это тебе, давай, так. А это будет мне, смотри, как я выгляжу круто, офигеть, а ну-ка, да, я тоже неплохо. О-го. Только тебе этот обзор закрывает немножечко, а у меня прям как раз маска такая прям сюда идет. Ладно, хорошо, погнали на желтый уровень. Нам нужно добить всех этих дурачков, которые здесь стоят. Так, идем. Тихо. Главное, о, нормально, сейчас дело быстрее пойдет. Так. Так, давай-ка со мной. У меня еще прицел есть, я могу с прицела, короче, прицеливаться и стрелять хорошо. Прицельненько, так скажем. Ну-ка, давай. Так, одного завалил. Выцепляй всех, нубик. Хоба, я вот сюда сейчас пропрыгаю на эту сторону. Тоже пытаются. Давай. Офигеть, тут прям реально целая армия мультяшных котов. Нам нужно со всеми расправиться, чтобы пройти дальше. Так. На, получайте. На тебе так, хорошо, дальше. Слышишь, на автомате патроны выстреливаются гораздо быстрее. Так. Ну, конечно, это же автомат. Оп. Ты справляешься там? У тебя хватает патронов всего этого? Справляюсь, да, хватает. Давай, нубик, давай. Нам нельзя сдавать позиции. Мы должны, короче, завалить всех. Так, ты смотри, по мне тут не попадают. Не, аккуратно, нормально. Пули рядом свистят, в стены, короче, рикошетят. Такое. Нормально, ну-ка. Нормально. Ну-ка. Сюда подошли все. Сейчас я вам покажу. Во, нормальненько. Это уже совсем другое дело. Прям хорошо пошло. Они прям разлетаются, ты видишь, да? Да, вижу. Я тоже тут с пистолета неплохо накидываю. Слушай, там продавали пулемет. Наверное, нам нужно будет купить пулемет, чтобы следующие эти проходить более-менее адекватно. Ну, наверное, так. Ну-ка, получайте. Оп. А уже на битву... Ай, нубик, капец. Аккуратно, ну ты ж побежал, блин, прям под огонь. А уже на битву, короче, ну-ка, патроны мимо летят, нубик, целься. Так, хорошо. Забираем деньги. Нифига себе. Слушай, не, ну мы быстро расправились с этой как, волной, да, или как назвать? Довольно быстро, да. Ну, так, да, наверное, волной. Ну-ка, опа. Вот сюда заходим и возвращаемся на нашу базу, друзья. Ну что у нас тут есть? Ого, что по деньгам? Да у нас дофигища, мы даже броню сможем купить, нубик, походу. Самую крутую. Класс. Что, может, не будем эту тогда покупать? Да зачем она нужна тогда? Давай, короче, самую крутую броню возьмем. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, шлем купил еще один. Ёлки-палки. Ну ладно. Да что, ладно, теперь будешь без ботинков, значит. А, даже так. Ну да, а что, блин? Могу тебе второй шлем отдать, держи. Давай так. Да зачем мне два шлема? На ноги, короче, оденешь его. Так, ну-ка. Блин, еле натянул на свою шапку эту новогоднюю. Смотри, короче, какая броня. Видал? Ага. У нас осталось 7 денег. Это, честно говоря, довольно мало. Нам не хватает. Ну, блин, я, конечно, прокосячил. Ну, будем не хватило сейчас на сапоги. Значит... О, блин, я такой медленный в ней. Офигеть, оно что, замедляет нас? Или скорость броня давала. Так, что по патрону? 28. Значит, это, давай. Что, на пулемет будем копить? Так, ну, надо подумать. Так, смотри, у нас с тобой есть здесь... пулемет стоит 74. Пушка Тесла 104.
Винтовка. Что, что будем брать? Давай, давай, может, пушку Тесла купим? Пошли вообще попробуем пройти, хоть кого-нибудь завалить на этом выжим уровне. Да, 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 давай, давай сначала попробуем, мы уже а потом посмотрим, очень далеко пришли. Побить. Друзья, смотрите, какие они злющие вообще. Так, надо как-то... Сколько у них здоровья вообще, надо сначала понять. Я, по-моему, блин, я даже с одной обоймы не завалю. Так, так, здоровья, так, походу, реально много. Офигеть, две обоймы надо выстрелить в нее почти, прикинь. Две обоймы? Угу, угу. Так. Оп, ну, я спрыгиваю. Я хочу увидеть, сколько денег. Нормально, о, они вдамажат. 10 денег, короче, выпадает. Реально пробивают, денег? Что ли? Ого, реально пробивают. Ого. Так, Нубик, мы в большой проблеме. Так, 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 так. Ай-яй-яй-яй. Надо вот это добить. Ай, сзади еще, да вы че? Держись, 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 дружище. Так, 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 ну-ка. Деньги отдайте, деньги. Нам нужно насобирать денег. Если выбил, то собирай сразу, пытайся, понял? Ну, умрешь же ты или нет? Капец, получай. Нубик, держись, я сейчас... Нет, блин, я тебя не спас. Ладно. А, они меня в угол зажали в любом случае. Я попытаюсь за тебя отомстить, Нубик, попытаюсь. Так, 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 Айбин. Вот я врываюсь заново. Хоть бы самому еще здесь не откинуться. Так, ну-ка, дайте деньги забрать, деньги дайте забрать. Оп, 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 тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 я убегаю так, сюда. Оп, 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 деньги, я деньги, сказал, деньги, я убегаю сюда. Так, так, деньги, 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 есть. Оп, ну-ка, получай, получай, получай. Есть, завалил эту. У меня уже, сколько, 47, 47. О, еще неплохо. Одну получилось убить. Так, дальше пошли. Давай, 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 потихонечку, короче, отвлекаем, растягиваем всю эту толпу. Блин, меня пытаются зажать. Ого, вы что так на меня все решили напасть? Нубик, справа, справа идут, осторожно. Так, ай, блин. А, они зажимают в угол, нет! Держись, держись, Нубик, держись. Так, 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 оп, 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 обошли, нормально. Блин, у меня патроны так закончатся, мне хватит еще на 8 этих мамаш оприходовать. Так. Так, 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 ну так, получай, получай, получай. Значит, будем возвращаться за патронами. Да как возвращаться? Не, мы вернуться не сможем просто так, разбить это стекло. Они ж так вылезут туда, если они здесь будут. Просто так не сможем. Значит, ну, будем жить до конца. Я живу и так максимально, у меня уже почти 1,5 стака. Так, так, так. Нам хватает уже на пулемет, между прочим. Оп. На пулемет хватает. Да, давай, наверное, пулемет тебе купим. Вот, чтобы ты с пулеметом ходил, просто уничтожал давай, всех давай, этих давай, мультяшных давай. Котов. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Мне нравится. Ай-яй-яй, блин, нет, походу я все. Мои полномочия, все, нет, я хочу жить. Жить хочу. Блин, так, все, полсыпичка. Еще одну. Так, деньги отдай. Все, енот был повержен, мультяшная кошка-мама. Все, меня Нубика приходовали. Так, у тебя много денег там? У меня 30 денег, но у меня почти полное здоровье. Я их тут пытаюсь хороводами водить. Слышишь, я, короче, купил пулемет, я иду. Давай, я иду к тебе. Давай, давай, давай. Сзади, давай. сзади, осторожно. Вот так вот, иди сюда. О, и сейчас я тебе неплохо. Покажу. Сейчас я тебе покажу, кто тут папа. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нубик, пусти, пусти меня, да я вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нифига, я сразу их с одной обоймы сколько завалил. Иди сюда, я тебе автомат отдам, слышишь? Давай, 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 давай. Так, держи, там 10 обоим еще осталось. Я думаю, мы с ними разберемся. Ну-ка, ну-ка, так, ну-ка, получай. Поехали, сейчас вы тут все отхватите. Это точно, нифига себе, смотри, сколько тут их, блин. Они просто разлетаются моментально. Хорошо, хорошо, так. Так, а ну это... назад отошла. Это уже куда лучше. Ну-ка, 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 ну-ка. Давай, 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 гасим, 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 так, гасим. По одной, по одной, по одной, по одной. Блин, они даже в броне пробивают. А что будет делать папа мультяшный кот, а? Да фиг он... его знает, вообще пол лица с одного удара. Бам! Это точно. Просто пол хари с одной плюхи, бау, улетает и все. Ну-ка, 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 вот так вот. Че у тебя, здоровье улетает просто вот моментально, так, да? Вот, вот так вот, да даже с автомата нормально у них улетает. Ну, с автомата две обоймы надо, а тут одной обоймы хватает на штуки 3-4 приходовать, так. А если они коцаные, так, то сразу, наверное, и всю толпу хватит. Ну, если коцаные, то да, конечно. Дра-т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 а, и отличненько. Все, достреляли мы эту обоймочку. Я уже выстрелил 5 обоим, прикинь. Так. 5 обоим уже выстрелил? Да-да-да, 500 самого, патронов. У меня у самого две обоймы на автомат осталось. Но я думаю, еще одну обойму, и мы закончим с ними. У них осталось уже совсем мало здоровья, Нубик. Давай, осталось чуть-чуть. Их осталось немного совсем. Буквально немножечко. Так, еще этих кошек еще мультяшных. О, все, последнее. Последнее. Давай, давай, давай. Есть. Фух. Капец, ой, побежали раз, собирать деньги. Как раз последний магазин зарядил. Вот. Нормально, нормально. Сейчас мы купим тебе новое оружие, Нубик, и будешь уже сражаться с ним. Так, перелазим сюда. Так, вот поехали. Так вот. А все забрали? У тебя много денег там? Так, денег я думаю, у меня, стака 4 у тебя должно быть. Ну нет, 3, почти 3.
Ну, нормально, нормально. Ну, да. Я думаю, нам хватит, чтобы так, прикупить тебе пушку Теслы. Сапоги. Сапоги, точно, сапоги. Сейчас мы тебе нубик купим сапоги, не переживай. Держи тебе пушку Теслы. Кстати, эта броня, она заряжалась этой штуковиной. Да, точно. У меня, ого, у меня сердечек половина добавилось. А, стой, лянь. О, у тебя еще деньги есть? Нормально. Я не обратил внимания. Нормально. Так, броня у нас продавалась. Ой, я, кстати, и бегаю быстро. Чё-то мы вообще с тобой протупили. Так, держи тебе сапоги. О, давай, держи сапоги. Держи сапоги. Подожди, а мне тоже тогда надо купить одну эту батарейку, чтобы у меня была запасная. А то у тебя я и дофигища. Я могу тебе дать. Да не, я купил уже, она одну денежку всего стоит. Так, чё ещё возьмём, а? Давай, наверное, я возьму лазерку, не знаю, надо брать или нет. Да, наверное, не надо, и так с пулеметом нормально. Да лазерку, да, я думаю, мы их и так пройдем. Хорошо, тогда погнали, попытаем удачу на ну, мультяшном коте вот попробуем. Этом вот. Мультяшный кот, папа, ты посмотри, какой он огромный. Ага, он, наверное, он прям вообще, он даже выше этой штуки. А, не, ой-ой-ой-ой-ой, смотри, сразу-то побежали. Так, а ну-ка, давай-давай, попробуем, ну-ка, попробуем, ну-ка, попробуем. Ну-ка, давай, гасим. Сколько у них здоровья для начала, надо понять. Слышишь? Так, ну-ка, давай, ну-ка, ну-ка. Давай с твоей штуки вот этой соберем толпу. Смотри, оно искры пускает в разные стороны. Ага, ага. Да-да-да-да-да-да-да. Блин, меня сейчас зажмут. Я спасу, если что, спасу, нубик, держись. Сейчас я хочу дожать одного. Так, завалили, есть. Завалили. Так, тихо. У тебя сзади кот. Да, я вижу. Так, зажимают меня. Опа, нифига, я прыгаю как высоко. Так, вот. Давай, я вот сюда. Слышишь, я в центре, короче, сейчас они все на меня придут. Оп, вот сюда. И попробуем вот этого завалить. Нормально, у него отрывают кабину, слышишь, неплохо. Пол обоймы почти потратил на одного мультяшного кота папу. Так, а ну-ка. Оп. О, что вы тут стали, ребята, давайте. Стреляй. Я вам... Стреляй под меня, слышишь? Под меня стреляй вот сюда. Вот тут их прям вообще дофигища. Так, давай. Оп, оп, оп. А, нормально, ты по мне не попадаешь. Прям вниз туда лупи, а я буду, короче, гасить вот эти, которые по краям стоят. О, вот это мы придумали с тобой стратегию офигительную. Есть контакт, хорошо? Сейчас мы их быстренько тут всех завалим. Нормально справляемся. Давай, нубик, давай. Я думаю, скоро мы с ними расправимся. Так, вот этого нужно приходовать. И давай, падай уже. Ну падай, господи, что ты такой живучий? Есть контакт, хорошо. Ага, живучий — это не то слово. Слышишь, ты походу вообще по всем сразу попадаешь своей пушкой, этой, прикинь. Сразу? Да. Это прям вообще имбище какая-то. Смотри, за тобой. Ты стреляешь там, а попадаешь даже по последнему, который стоит вот там в самой дали, прикинь. Прикол. Нормально такое. Ауе у этой Тесла пушки. Так, если с этим расправились. Вот этого теперь давай, гасим этого мультяшного кота. Я надеюсь, они не будут нам мстить. Потом. Вот. А фиг его знает. Каких-то мутантов мультяшных котов нашлют. А то я слышал, там есть какая-то история про, ну, легенда про белого мультяшного кота. Я надеюсь, мы такого... Мультяшного кота. Да, он, короче, полностью белый. Я надеюсь, мы такого никогда не встретим, потому капец, что... никогда такое не слышал. Мне кажется, он гораздо сильнее, чем такие обычные мультяшные коты. Так, ну-ка да, ну, конечно. Давай. Да не, они сильные, это просто мы тут вкачались нормально. Да что сильные? Я думаю, могли бы быть сильнее, они тоже могут прокачиваться, Шнубик. Так, а ну-ка. Давай. Я стою вот здесь по-прежнему, на меня очень много котов загрено. Я еще пособираю, вот так вот. Так, давай, вас уже хорошо. Тут не так много осталось. Слышишь, я, короче, сейчас вернусь. Оп. Давай. Ой, блин, я упал случайно. Так, а я не допрыгну. Нет. Так, да. как мне депортироваться туда? Не знаю. Ну, давайте, подкиньте меня, мультяшные коты. Нет, кажется, меня никто не подкинет. Ладно, давай тогда так уже их добьем. Ну давай получай. Тогда уже так добьем. Получай. Нет, я все-таки хочу вылезти. Нубик, ну, стой, давай, надо. Надо их отвезти, я хочу одну пушку затестировать, как она будет стрелять. Давай, я отведу. Я разбиваю. Так, тихо. Все, я выбежал. Так, смотри, ну, стреляй по ним, чтобы они туда не перелезли. Так, давай на меня. Я хочу вот эту пушку протестировать, продвинутую, вот эту импульсную винтовку. Она должна быть очень жесткой. Так, ну-ка. Ну, нормально, слышь, отрывает. По три патрона на одного. Да, которая по три патрона стреляет, да, хорошая. Да. Прям вообще люто, у нее урона просто дофигища. Так, давай. На, во, так, вот это я понимаю. Так, осталось немного. По шапке тебе немного. Рикошетит. Есть контакт, есть, так, этого и завалили. И последний, все. Фух, красава, нубик, слушай, у тебя прям вообще имбовая пушка, да? Да, пушка реально имба. Оп, запрыгиваем сюда, аккуратненько. Ничего себе, я денег насобирал. Че, у тебя там полный инвентарь, небось? Ну смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, почти 9 стаков, прикинь. Ого, нормально, у меня всего 5 осталось.
Это точно. Ну что, мы справились с тобой, прошли все 4 уровня сложности, сражались с маленьким мультяшным котом, с мультяшным котом-подростком, с мультяшной кошкой-мамой и с мультяшным котом-папой. Короче, завалили всех, вот, да. Прокачались, одели крутую броню, взяли крутые пушки и просто накидали им по шапке. Ну что, Нубик, тебе понравилось сражаться с армией? Конечно, прикольно вообще. Я, короче, надеюсь, что белый мультяшный кот не придет к нам, потому что если он придет, то придется с ним сражаться, ты же понимаешь? Да понимаю. Ну, наверное, ну, вот. Придется как-то сражаться. Ребятушки, если вам понравилась вот такая вот наша битва, которую вы сегодня увидели, обязательно поставьте лайк под этот ролик, подпишитесь на канал и не забудьте активировать колокольчик. Ну, а с вами, как всегда, были профессионал Енот и Нубик. Всем спасибо за просмотр и до скорой встречи. Всем пока-пока-пока. Пока, ребята. Пока, ребята.